Доброе время суток, уважаемые моделисты. Позвольте вам представить очередной набор содержимого коробки болгарской фирмы ОКБ Григоров. Супер тяжелый танк КВ-5, выполненный в 72-м масштабе в Смоле. Посмотрим, что находится внутри. Вот она, это небольшая коробка от болгарского производителя. Модель выполнена в Смоле. Ценник у нее конский, большой. Но альтернатив на данный момент в 72-м масштабе танка этого нет. Поэтому вот какой есть. Что такое вообще КВ-5 или Объект-225? Это проект советского трехбашенного сверхтяжелого танка прорыва периода Великой Отечественной войны. Ну, посмотрим, что внутри находится. Количество деталей в наборе 162 и 13 фототравленных деталей присутствует в коробке, в наборе. Инструкцию мы пока уберем. Фототравление тоже. Данные производителя ОКБ Григоров специализируются на выпуске как раз техники в 72-м масштабе, флота в большом количестве в 350-м, 700-м масштабах и большого количества автомаркета для, соответственно, этих масштабов. Вот на упаковку. Все упаковано в пузырчатую пленку, завернуто аккуратненько. То, что детали, во-первых, они дорогие, во-вторых, они очень хрупкие. Данный танк никогда не производился. Это был только проектный танк. Ну, давайте посмотрим. Так вот. Даже для 72-го масштаба танк большого размера, как вы видите. Трехбашенный, как я уже говорил. Стараюсь вам поближе показать качество, корпус. А в 35-м масштабе танк уже выпускается фирмой Таком, как если я не ошибаюсь, Трумпетер, по-моему, уже выпускает. И вот теперь есть любители 72-го масштаба альтернатив. Правда, пока в Смоле и очень дорогая. Очень дорогая, на данный момент 4000 рублей стоит. Траки тоже смоляные. Деталей, как я уже сказал, 162 только смоляных. Объем работы здесь, конечно, большой. Так, помимо большого пакета есть еще три маленьких пакетика. В этом пакете лежат ствол и всякая мелочь. Ствол выполнен одной деталью. Работа над танком КВ-5 велась на Ленинградском Кировском заводе. Танк имел максимальную для того времени толщину брони 4 метра. Любителей 72-го масштаба техники на самом деле много. Да, не такое количество, как по 35-му масштабу, но их много. Так, и еще один пакет. Тут еще мельче детали. Просто караул. На нашем канале это первый обзор моделей ОКБ Григоров. И будет и точно не последний, так как сейчас вышло две новинки. Вот, сейчас у нас ноябрь 2016 года.
Мы сейчас рассказываем как раз об одной, это КВ-5. Будет еще обзор на вторую новинку, тоже советского танка. Так, по деталям смоляным все. Обезумел я от количества деталей в наборе, поэтому немножко отвлекся от истории танка. Итак, я остановился на то, что танк имел максимальную для того времени толщину брони. Для данного танка был изготовлен технический проект и началось изготовление ряда узлов и агрегатов. С началом войны в проект пришлось внести целый ряд изменений. Пришлось отказаться от идеи изготовления штампованной башни. Она была заменена на сварную. Двигатель должен был стоять мощностью 1200 лошадиных сил, но его не было, он был в разработке, и поэтому КВ-5 перепроецировали под установку двух обычных двигателей В-2, размещенных параллельно. Но в связи с приближением немцев к Ленинграду работы над КВ-5 были прекращены в первой половине августа 1941 года. И вся история танка. Масса танка составляла 100 тонн, схема трехбашная, экипаж 6 человек. Так, и фототравление. Толстое, тяжелое фототравление фирмы ОКБ Григоров. И инструкция. Она стоит на маленьком листочке, черно-белая, но эмблема цветная. Изготовлена в Евросоюзе. Здесь все, что находится в наборе, как вы видите. Здесь сборка. Мое мнение, детям противопоказано. Не соберут без помощи родителей. Покупайте чего-нибудь проще. Вот такая модель от такой фирмы. Артикул ее 72053. Танк КВ-5. Супертяжелый танк. Приобрести данную модель и еще много-много различных других моделей фирмы КВ-Григоров можно на нашем сайте i-modelist.ru. Спасибо за внимание, с вами прощаюсь ненадолго, пока-пока.